И вот на метро буквально пару минут, и мы вот в замке Сфорца с таким клевым фонтаном. Очень красивая штука. Здесь, кстати, есть музей, ну, здесь несколько музеев. И тоже очень знаменитые картины Микеланджело и Леонардо да Винчи. И мы это все хотим посмотреть. Красивая площадь, но немножко ремонта. Зато вот круговые здания эти, а вот здесь. В этом замке Сфорца столько музеев и столько различных экспонатов, что не хватит никакого телефона все это запечатлеть. Очень красиво, конечно. Он очень большой. Ну, конечно, все эти крепостные. Что-что? О, вот, оружейная палата. Вот то, что я хотел. Вот то, что я хотел посмотреть, оружейную палату. Ух ты! Мы смотрели это вот в Цюрихе. Здесь тоже круто. Обалдеть. И вот все. Ничего себе. Ну, это один из самых крутых музеев вот с доспехами. Зеленый зал. Все, пошел смотреть, а то... Еще и мечи. Оружейная палата крутая. Такие пистолеты вообще. Револьверы. Это уже какие-то мини-мушкеты с механизмами. Обалдеть. Слушай, я в шоке. И вот всадник на коне, бедный лошадь, как она все это выдерживала. Шпаги, клинки и сабли. Вообще. Очень круто.